Работа над проектом «Немецкие песни» ведется на протяжении 6 лет и только в этом году дошел до стадии реализации. Решение о съемках мюзикла в Сочи было принято несколько месяцев назад после знакомства главного организатора с записями концертов Сочинского симфонического оркестра. Вот только когда точно состоятся съемки, стало известно накануне. Вчера только впервые увидели ноты, честно говоря. Сегодня, но тем не менее, вчера на репетиции наши друзья были, мне кажется, довольны результатом. Ну, посмотрим, что будет. Сейчас вот нам с 10 до часа надо успеть все записать. Мюзикл написан на основе самых известных немецких песен. Авторы партитур – художественный руководитель Сочинского симфонического оркестра Антон Лупченко и организатор проекта – известный рок-музыкант Восточной Германии Луц Фаренкрок Петерсон. Они решили создать некий симбиоз симфонической музыки, мюзикла, рок- и поп-музыки. Мы очень рады, что съемки проходят в Сочи. У вас прекрасный театр и замечательный оркестр. Такой динамичный и современный. Таких в мире очень мало. Уверен, у нас получится отличный мюзикл, который увидят в каждой стране. Тексты к новым песням написал немецкий поэт Норберт Хаммершмидт, а исполняют их солисты из Германии и Китая. Уже через 3 недели мюзикл выйдет на 3 немецких телеканалах и появится в интернете. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.